президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством жилого комплекса на 524 семьи в городе Кельбеджар. Главе государства и первой леди была предоставлена подробная информация о проделанной работе. Было сообщено, что общая площадь этого жилого комплекса составляет 19,5 гектара. На первом этапе сюда будет переселена 201 семья. Для этого в комплексе построено 6 четырехэтажных зданий. В каждом из зданий имеется по 27 квартир. 54 квартиры двухкомнатные, 72 трехкомнатные и 36 четырехкомнатные. Глава государства и первая леди осмотрели готовые квартиры в жилом комплексе. В комплексе также построено 39 двухэтажных домов типа таунхаус. Все они трехкомнатные. Было сообщено, что на втором этапе в этот комплекс планируется переселить 323 семьи. Для этого будут построены 16 четырехэтажных многоквартирных жилых зданий разных типов и 57 двухэтажных домов типа таунхаус. В комплексе создаются все условия для комфортного проживания жителей. На территории будут созданы парк, зоны отдыха, социально-бытовые объекты, автостоянки, велосипедные дорожки, детские игровые и спортивные площадки. Проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.